Я начальник отделения информационного противоборства и маскировки 58-й армии, подполковник Кошель Александр Олегович, пересек границу 26 февраля 2022 года в составе штаба. На территории занимался подготовкой и оценкой и мониторингом информационной обстановки и последующим передачи ее в штаб армии. Также в моей деятельности была подготовка и размещение материалов о раздаче гуманитарных акций на территории города Мелитополь. Я занимался подготовкой и распространением пропагандистских материалов о раздачи гуманитарной помощи с последующим распространением данных материалов на общественных каналах Российской Федерации с целью показать в том, что на территории государства Украины голод и что они нуждаются в нашей помощи. На самом деле голода не было. Соответственно, создано 2 телеграм-канала. Это Мелитополь сегодня и Бердянск завтра. Ну, действует точно так же. Это первая основная задача, это именно создание положительного имиджа вооруженных сил. До начала войны я оценку не осуществлял. Соответственно, только по приезду сюда уже. Ну а на текущий момент времени можно сказать, что большая часть населения все равно не сторонники нынешнего режима, ну, в смысле Российской Федерации. Я готов сказать, что именно моя точка зрения, это то, что я не видел на территории Украины нацистов, неонацистов, биологическое оружие и наемников, которые воюют на стороне Украины. Женя, у меня все хорошо, ко мне относятся, хорошо относятся, меня лечат, меня кормят и поют. Мне не на что жаловаться. Передавай Никите привет огромный. Люблю, целую.